Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам прочитать свой новый рассказ, который называется «Веревка». Саша был глубокий идиот. Ему было лет 15, когда он умер. А до этого он часто жил у своих бабушки и деда, поскольку его родители работали весь день. У Саши была младшая сестра Таня, улыбчивая, тихая девочка с большими глазами. Одетый в просторную клетчатую рубаху и серые штаны, Саша бродил на полусогнутых ногах по небольшому двору, шаркая разбитыми ботинками. Шнурки из обуви были заранее вынуты, чтобы башмаки почаще спадали с ног, не давая Саше случайно уйти далеко от дома. Однако он обычно и не стремился никуда уходить, так как был полностью поглощен разглядыванием веревки. Короткую веревку ему давали каждый день с утра, и он с жадностью хватал ее и принимался пристально изучать каждый сантиметр полученного шпагата, бечевки или тесьмы. Вглядываясь в полученный шнур, он принимался его перебирать, крутить и трепать перед глазами. Обычно это заполняло весь день Саши. К вечеру веревка превращалась в огромный узел, который было невозможно распутать. Да никто и не пытался этого делать. С утра ему давали новую веревку, которую он встречал радостным смехом, и сразу же принимался ее вертеть в руках и запутывать. Соседские дети были равнодушны к Саше, поскольку он не разговаривал и не умел играть даже в самые простые игры. Иногда они приносили ему какой-нибудь шнурок или поясок, чтобы он мог заняться своим любимым делом и не отвлекал бы их своим хохотом или криками. Мне иногда кажется, что каждый из нас по утру или по рождению получает кусок веревки. Кто покороче, а кто и подлиннее. Оглянувшись вокруг, я вижу, что к середине дня или жизни кто-то просто перебирает веревку, завязывая один узел за другим, отсчитывая каждый год прожитых лет. Иные пытаются привязать к себе тех, к кому привыкли, кого ценят или близко знают. При этом часто сами связывают себя по рукам и ногам. Некоторые сумели связать или соткать что-то вроде красивых кружев, другие сплели не то сеть, не то паутину и стараются что-то поймать. А многие, вспомнив мифы и сказки о волшебных клубках, которые катятся к выходу из лабиринта, приводя к цели, пытаются отыскать новые пути в своей жизни. Но есть и такие, кто сделал петлю и закончил все до срока, надев ее себе на шею. Однако большинство запутывают свою веревку так, что в итоге к вечеру жизни уже никто не в состоянии ни распутать, ни развязать этот узел. Интересно, а мне с утра дадут новую веревку? А что вы делаете со своей веревкой? Прошло более 50 лет, и я слышу веселый смех моей дочери из соседней комнаты. С утра ей дали цветную бумагу и разноцветные ленточки. Она без устали заворачивает всякую мелочь в бумагу и обматывает цветными тесемками. Она радуется. Скоро ей исполнится 30 лет. Зовут ее Саша. Она всегда веселая и счастливая. А мы с вами. Большое спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до скорой встречи в следующий четверг. С вами был Николай Богатырев.